Каждый день человек проходит 8-10 тысяч шагов. Ноги будут вызывать различные заболевания. Ноги похожи на корни дерева. Как корни истощаются перед гибелью дерева, так ноги слабеют перед старением человека. Самый лучший выбор – поддержание здоровья с помощью лечебного точечного массажа стоп. Однако, когда речь заходит о лечебном массаже стоп, многие люди отступают по причине сложности процесса и отсутствия знаний специальных приемов лечебного точечного массажа стоп. Каждый день ходить в центр лечебного массажа стоп невозможно. Вы хотите избавиться от этих хлопот? Сегодня балансирующие тапочки Хуашен позволят вам приобрести профессионального домашнего мастера лечебного точечного массажа стоп, чтобы вы могли легко им наслаждаться в домашних условиях. Лечебный точечный массаж стоп делает жизнь здоровой, а тело крепким. Балансирующие тапочки, разработанные на основе теории Цзинло и рефлекторной теории китайской медицины, соответствуют 66 активным точкам, расположенным на ступнях. На внутренней поверхности тапочек находятся выпуклые точки из нанометрических биофотонных материалов. Таким образом, посредством воздействия биофотонов и массажа активных точек стоп, тапочки стимулируют рефлекторные точки ступней, соответствующие внутренним органам, прочищают цзинло, укрепляют функции различных органов, оздоравливают и укрепляют организм. Биофотоны и проходимость меридианов. Балансирующие тапочки Хуашен на внутренней поверхности имеют выпуклые точки, испускающие биофотонные волны длиной 5-25 микрон, наиболее полезны для организма, который проникает под кожу на глубину 3-5 сантиметров, в результате чего происходит расщепление и выведение осадков со стенок кровеносных сосудов, увеличивается их объем, уменьшается сопротивление току крови, улучшается микроциркуляция ступней, налаживается и стимулируется обмен веществ всех внутренних органов, вследствие чего снимается и устраняется ощущение усталости и онемения ступней. Тапочки балансирующие налаживают работу человеческого тела сверху до низу, внутри и снаружи. Применяя наружное лечение для болезней внутренних органов, лечение нижней части тела, когда от болезни страдает верхняя, используя комплексный подход для полного исцеления. А при ежедневном использовании вы получите не только лечебный массаж стоп, но и коррекцию фигуры. Рефлекторные зоны ступней, уменьшенная проекция строения всего тела. Теперь вы сможете почувствовать волшебную силу оздоровления лечебного массажа стоп. Голова. Ее рефлекторные зоны находятся в нижних частях больших пальцев ног. Правое и левое полушария головного мозга отражаются на рефлекторных зонах противоположных ступней. Показания к применению: гипертония, головокружение, головная боль, бессонница и другие симптомы. Желудок. Его рефлекторные зоны находятся в средней и нижней части плюсневых костей стоп. Показания к применению: желудочные боли, расстройства пищеварения и другие. Поджелудочная железа. Ее рефлекторные зоны находятся в месте соединения зон желудка и двенадцатиперстной кишки. Показания к применению: сахарный диабет. Легкие, бронхи. Зоны располагаются на обеих ногах по внешним сторонам рефлекторных зон трапециевидной мышцы. Протягиваются от рефлекторной зоны щитовидной железы вдоль нижней границы зон плеч. Ширина составляет 1 см. Показания к применению: воспаление верхних дыхательных путей, стеснение в груди и так далее. Тонкая кишка, тощая кишка, подвздошная кишка. Вогнутые части от клиновидных до пяточных костей в области плюсневых костей обеих ног. Показания к применению: желудочно-кишечный метеоризм, боли в животе, диарея и так далее. Почки. Эти рефлекторные зоны располагаются в углублении в центре обеих ступней. Показания к применению: ревматизм, артрит, отечность и так далее. Половая железа. Рефлекторные зоны находятся в центре пяточных костей обеих ног, а также на внешних сторонах пяточных костей. Показания к применению: снижение половой функции, расстройство женской внутренней секреции, дисменорея и так далее. Печень. Зона между четвертым и пятым пальцем правой ноги,
нижней области рефлекторной зоны легких. Показания к применению: жировая инфильтрация печени, алкогольное поражение печени и так далее. Если вы постоянно заняты, к тому же вас беспокоит чрезмерная сложность техники лечебного массажа стоп, вы можете приобрести балансирующие тапочки, легко делать лечебный массаж стоп и радоваться каждый день. Это инновационные тапочки, которые подарят вам нестесненную ничем свободу мыслей. Это тапочки, обладающие исключительными свойствами, которые наполнят вас энергией. Это массажные и оздоровительные тапочки, которые подарят вам чувство легкости. Балансирующие тапочки Хуашин, как маленький корабль, загрузив на свой борт ваше стремление к здоровью и мечты о счастье, отправляется в дальнее плавание.